вот это уже похоже посылка моя для меня, потому что на 11-11 заказывали очень много всего и ребенку, всем пупырчатый пакет, а в нем в пакете и в специальной такой антицарапки, а нет, вообще бумажка какая-то а-ля кожаный держатель для карт и паспорта. С вот таким вот замечательным принтом. Или как это называется там, лазерной гравировкой. Хотя. Ну, я думаю, здесь есть подкладка. Вот. Довольно-таки хорошая. Карточки можно вставлять, и под каждую карточку своя глубина, что не может не радовать. Вот, думаю, паспорт сюда войдет идеально. Коричневый цвет, более-менее отображающий кожу. Сейчас попробуем прикинуть. Ну, то есть мы можем взять карточку, вторую карточку. Как бы карточки ложатся идеально. Сделано вообще качественно и хорошо. Теперь попробуем положить основное. Паспорт, который за годы эксплуатации превратился уже в Ветхий Завет. Но, тем не менее, паспорт входит вообще капитально. Я думаю, даже загранник можно будет сюда элементарно впихнуть. Насколько практично в коже, ну не знаю. Пластмасс вообще как-то пластик не вдохновляет. Но тем не менее, вот получается, так будет выглядеть паспорт. Со временем, наверное, он расходится и будет намного интереснее. Всем, кому понравилась данная вещь, могут заказать ее в сайте AliExpress. У продавца ссылка будет в описании. Строчки, швы очень аккуратные, ровные, ничего не торчит.